Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале многодетной семьи Тарантино. Сегодня у нас будет распаковочка из василька. Мне пришел вот такой большой мешок. Наш любимый василек, как всегда, нас радует. Там постоянно разные обновочки. И мы нынче с детьми выбирали кое-что. Сейчас посмотрим, что у меня дети навыбирали себе. Заказ тут небольшой, но интересный. Вот такой вот пакетик. Видите, как все запечатано хорошо, упаковано. Сейчас все откроем и посмотрим. Первое, что я вижу, это у нас цены на все, что здесь есть. Ну и давайте смотреть. И первое, что я вижу, это туника. На рост 72, ростовка 76. С такими вот кокосами. Сейчас откроем и с вами посмотрим. В конце будет примерочка от детей. Так что смотрите с удовольствием. Вот такая вот туничка. Очень красивая. По качеству такая, знаете, приятная. На 152 ростовка. Вот такая вот красота. Это у меня, по-моему, Катенька себе заказывала. Ну вот потом они сейчас ушли все в магазин, чтобы дать маме спокойно заснять. Чёхненько. Ты пришла? Ты не пошла в магазин, что ли? Дальше, что у нас тут есть? Так, это шорты, хлопок, размер 48. Это должно быть на меня. Ой, на меня, на Егорку. Вот такие вот шорты. Сзади кармашек. Вот он идет. Качество мне нравится. Егорушка, на тебя шорты пришли. Тебе нравится? Mm-hmm. Подожди потом. Да, блин. Нравится? Ну, давайте отдадим ему, пускай он примерит. Потом мы его сфоткаем, и я вам обязательно покажу. Это, по-моему, Илье или папе. Нет, он у тебя это 48-й. Ильюшка-то больше размер носит. Так, костюм, хлопок, 50-й размер. Это значит мое. Подождите секунду. Приношу свои извинения, просто... Когда большая семья, так и получается. Костюм 50-го размера. Я не помню, чтобы я себе костюмы заказывала. А, ну да, да, да. Вот такой вот футболка вот такая вот красивая. Приятная на ощупь. И вот такие вот короткие шортики. Буду ходить в костюме. Потому что у меня все в основном длинные, а с шортами ничего такого нет. Нет, по-моему, я мой. Ну, там решите потом уже как. Потом я тебя сфоткаю. Дальше у нас футболка для мальчиков, 16 лет, 176 ростовка. Егорка тут рядышком стоит, сейчас посмотрим, понравится она ему или нет. Да, или... Почему? Почему? Это... Вот такая вот красота. Бонита. Бонита. Красивая футболка, очень мне понравилась. Принт такой. Будешь мерить? Все, отдаем Егорке мерить. Егорка рядышком стоит. Потом можешь сюда пройти показаться? Да. Угу. Да. Сейчас он оденется и вам покажет. Иди на диван, вставай. Ну иди сюда, Егор. Сейчас дождемся мы Егорку. Егорка придет и покажется. Ну, футболка более-менее. Иди залази на диван, ногами прям вставай, и я тебя засниму, покажу. Какой у нас сразу же примерка. Смотрите, ребята, вот так вот Егорка у нас. Шорты ему хорошо. Он говорит, ширка нормально, но так и должно быть свободно. И футболка на нем хорошо. Тебе нравится самому? Да. Все, Егорка доволен. Дальше, ребята. Я могу забрать? Да. Все, можешь забирать на упаковке свои одежды. А, не на, а тебе, ну все, я выкину. Все эти сразу, сразу же забирают. Дальше. У меня пижама все в основном ночнушки. Я решила заказать себе со штанами. Пижама вот такая. 50-й размер. Сейчас откроем, посмотрим. Посмотрим, что же там. Вот такая вот маечка, ребята. С авокадами.
Сейчас дочь, как мне сказала, мама сейчас модно с авокадами. И сейчас посмотрим, какие шортики. И вот такие вот шортики с завязками. Тоже с авокадами. Красиво. Потом померяю, вам все обязательно покажу. Дальше давайте смотреть, что же у нас там дальше будет. Дальше тут много всякого интересного. Женские носки. Носки я разные заказывала. И еще одни носки. Дальше, ребята, туника 50 размер. Что, опять мой, что ли? Что-то, видимо, Света, значит, опять ложила и меня не предупредила. Потому что я вроде себе только две вещи заказывала. Ну, ладно. Вот такая вот, ребята, туничка. Сверху вот так вот. Внизу вот так же вот она. С кармашиком. И на спине вот такой рисунок. Потом померю и все вам скажу, как и что она. Это, видимо, Света положила и мама не предупредила. Дальше смотрим, что здесь. Наволочка Бяс премиум. У нас наволочки это постоянно. Чаще то, что меняется, они рисунок портится. И вот такую вот наволочку я заказала. Очень красивая. Селфи-палки. Телефон, да, тут современная такая наволочка. Дальше опять носочки. Так. А, это Света заказывала, наверное. Это что, это все тканюшки. Света, видимо, заказывала себе тканюшки разные. Тут, ну да, это лоскуты. Она там что-то из них делает, вот заказывает. Дальше пришла у меня простынь на резинке, размер 90 на 200 на 20. У нас такой есть детский комплект, мы решили заказать такую простынь тоже. Потом открою вам ее и покажу, как и что. И тут еще два пакета с футболками разными, давайте будем смотреть. Сейчас буду распечатывать и будем смотреть. Достану прям, тут видите, целая кучка разных футболочек. Так, первое, что я вижу, это платьишко на 6 лет на Мариночку. Вот такая вот красота с кисками. Мариночка сама его себе подбирала, ей оно очень понравилось. Вот такое вот милое платьишко. Сегодня Мариночка будет рада. Дальше смотрим. Футболка на 8 лет, это на Оксеньку. Вот такая вот футболочка с кисками. Дальше смотрим. Футболка на 10 лет, это на Машеньку. Вот такая вот. Она у нас любит животных. И вот она с животными себе выбирала. Очень хороший, очень приятный принт. Дальше смотрим. Футболка у нас на 10 лет. Опять Машенька выбирала. Вот такая вот красота у нее будет. Ей очень понравилось. Говорит, мама сейчас такие, говорит, модно. Поэтому она заказала. Открываем следующий пакет. Тут, скорее всего, костюмами уже идут. Может быть, не костюмами. Сейчас посмотрим. Так, на 6 лет кофточку, но мне кажется, Мариночки она будет большая. Вот такая вот. Внизу, видите, закругленная задняя сторона. Подлиннее, чем передняя. Но в целом, очень хорошая, очень тепленькая. Померяем, посмотрим. Но Марине будет большая, скорее всего, на Оксаночку будет. Хотя Оксане уже 7. Ну, там потом посмотрим. Дальше шортики заказала Ванечке. Вот такие вот. Очень красивые шортики. Шортики у нас проблема, нехватка шортиков. Дальше Мариночки. Вот такие вот шортики я заказала. Тоже в садик ходить. Шортики постоянно нужны. Дальше костюм. На возраст 6 лет. Это вот такая вот футболочка с куколками и с мороженкой. Мариночка выбирала себе. И к ним еще идут вот такие вот шортики. Ну все, у нас Марина самая модная девочка будет. Дальше на 8 лет вот такая вот футболочка, тоже выбирала себе Оксинка. Дальше, о, какие у Вани трусики, да, будут крутые. А не, это не у Вани, это у девочек, у Мариночки вот такие вот. Потом трусики. Дальше Ванька. Вот это вот Ваньки с волком. Егорке нравится, да, Егорка?
Дальше с киской Мариночки или Оксаночки, кому-то там, не помню, по-моему, Оксана такие выбирала с киской. Дальше на 5 лет для Мариночки футболочка вот такая вот, очень красивая. И шортики еще одни пришли на возраст, сейчас скажу какой, на рост 110 желтые, тоже Мариночки в садик. Вот в целом весь мой вот такой вот заказ. Сейчас у нас девчонки придут, и мы вам покажем примерку. Так что оставайтесь с нами. Так, ребята, первое, что я вам показываю, это вот такая вот туника. Тут длинные разрезы. Видите, вот такие вот. Туника в целом неплохая. Мне она даже очень нравится. По размеру. Ну, почти подходит. Мне нравится. Вот такой вот карманчик. Сейчас ходить в жару самое то. Следующее, что я вам покажу, это вот такой вот костюм. В целом мне очень нравится. Вот так вот он. Шортики коротенькие. Но дома где-то ходить, где-то на велике кататься, в самое то, мне кажется, будет. Футболка коротенькая. Принт идеально лежит, все прямо по мне. Так, и следующее это пижама. Вот такие вот шортики. Шортики завязываются на завязочках. Рисунок вот такой вот авокадо. Очень хорошая пижама. Мне нравится, как она к телу прилежит. И в целом я довольна. Я своей одеждой довольна. Сейчас придут девочки, сделаем примерку с ними. Так что оставайтесь с нами. Так, ребята, вот Машенькина первая футболочка. Маша, тебе самой нравится? Ты же сама выбирала. Показывайся, крутись. Спинкой повернись. Вот так вот. И сейчас она у тебя под цвет волос прям. Ты довольна? Что, будешь трое мерить? Ну все, мерей. Так, ребята, туника с ананасами. Катенька выбирала сама себе расцветку. Вот такая. Ой, с кокосами, да, извините, пожалуйста. Тебе, Катя, нравится? Повернись. Размер поменьше брать. Так можешь Свете отдать, а себе потом другую закажешь. Ну, не до колен. Как должен быть? Ну, вот в целом вот так вот. Свет, ты не хочешь себе такую? Че, думаешь, себе оставишь или... Ну ладно, ну повернись. Я поворачивалась. Еще раз. Все. Ты довольна? Вторая футболка с собачкой. Маша, тебе нравится? Поворачивайся вот так вот. Сама выбирала это себе. Тебе какая больше понравилась? Первая или вторая? Вторая? Но я же говорю, Маша любит животных, поэтому вот такая вот футболочка. Так, ребята, это Окся. Ее футболочка вот такая вот. Стой, не убегай далеко. Вот такая вот футболка. И вот такие вот, подними футболочку, шортики. Тебе нравится? Да. Поворачивайся спинкой. Вот так вот, там Ваня залез с игрушками. Ну все, следующее будешь мерить? Да. Так, ребята, платьишко, которое выбирала себе Мариночка. Тебе Мариночка нравится? Да. Да, красивая, да, поворачивайся спинкой. Вот так вот оно. Завтра в нем в садик пойдешь или в костюмчике пойдешь? Угу. Садик буду. Ну все, и беги костюмчик мерить. Так, ребята, Оксанина вторая футболочка. Тебе, Оксана, нравится? Да. Шортики те же самые на ней, только футболочку поменяла. Спинкой поворачивайся, покажись, какая ты красивая. Вот такая вот она. Поворачивайся обратно. Тебе какая понравилась, первая или вторая? Оба. Ну все, рада я. Так, следующий показ от нашей модницы. Футболочка с лимончиком. И повернись, подожди, Марина, повернись пока назад. И шортики с божьими коровками, да, они у тебя получаются. Вот такой, поворачивайся теперь спинкой. Вот так вот красиво на ней все сидит. Поворачивайся обратно. Тебе нравится? Да. Ну все. Так, туника, которую мы думали на 6 лет для Марины, оказалась Оксане даже большевато. Покажи ручки свои, где она большевато. Видите, подзагнуть пришлось. Маша говорит на меня, но на Машу оно явно не полезет, оно узкое будет. Ну, сейчас померим. Поворачивайся спинкой. Вот так вот спинки удлиненные.
целом вот такая вот туничка. Она очень теплая, хорошая по качеству. Так, следующий показ от моих модниц. Это у Светы, ой, у Мариночки вот такой вот костюмчик. Тебе нравится, Маришенька? Да. Подними футболочку, шортики нам покажи свои. Футболку подними. Подними. Вот там с куколкой тоже. Все, опускай. Поворачивайся спинкой. Вот такая вот красота. Ну да. Ну все. Ну давай, давай, Ваня, залази. Следующий свой покажешь показ. Это у него предыдущие шортики и футболка, которую мы раньше заказывали. Да, Ваня, тебе нравится? Пузико показал свои. Ну все, опускай. Машинка, бибика, да? Спинкой поворачивайся. Он ему нравится показываться. Смотрите на себе. Ой, какой ты у меня красивый. Поворачивайся к маме. Скажи лайк. Попроси лайки. Вот так вот он лайки просит. Ребята, в оконцовке эта туника подошла идеально Маше. Хотя написано 6 лет. Нормально, да? Ну вот, Маша, тебе нравится? Ну вот, все, поворачивайся спинкой. Вот так вот на попе у нее удлиненно получается. Вот такой вот, дорогие друзья, у нас был заказ. Всем все понравилось, все остались довольны. Любимый Василек, как всегда, радует своими новиночками. Если вам понравилось, не забывайте пройти по ссылке в описании и присмотреть себе какую-нибудь тоже одежду. У меня детям все понравилось, все довольны, все счастливы. А это самое главное. Ладно, ссылочку оставлю в описании. Фотографии с ценами я вам тоже вставлю на каждую вещь. Если определенно какую-то вещь вам надо, вы мне напишите, я вам ссылочку дам на эту определенную вещь. Если вам понравилось это видео, не забывайте нам поставить лайк, подписаться на наш канал. И всем пока-пока!